Завершился дистанционный этап конкурса «Команда молодых лидеров». По итогам тестирования в полуфинал вышли 92 лидера, набравшие больше всех баллов. Теперь им предстоит участвовать в групповых тематических дискуссиях. Они состоятся с 27 по 31 июля. В финал выйдут лишь 25 конкурсантов, которые и встретятся на очных испытаниях в начале августа. Победители попадут в кадровый управленческий резерв Чувашии. Напомню, что продолжается регистрация участников на другой региональный конкурс – «Управленческая команда». Заявиться могут лидеры с трехлетним управленческим опытом на сайте leader.cap.ru.